когда фамилия его Баффет и фамилия его Гейтс. Вот, два таких буржуина. Вот. Но они гениальны по-своему. И когда их, значит, снимал BBC или CNN, кто-то там снимал про них кино, им задали один и тот же вопрос. Одним словом опишите причину своего успеха. И оба, не сговариваясь, пишут слово «фокусировка». Понимаете, вот когда у вас есть этот фокус, вот, вам любой инструмент будет хорош. Проблема сейчас состоит в том, что мы находимся в мире, в котором в самом нет фокусировки, и рассчитывать, что он нас сфокусирует, рассчитывать на вот эту, это то, что по-научному называется экстернальность, да, которая сейчас у всех просто огромная, все рассчитывают, что их извне кто-то придет, возьмет и вытащит за волосы из болота. Андрей Владимирович, например. Ну, я строгий, я могу повытаскивать, если что там завалялось. Вот. Но если серьезно, к сожалению, во внешнем пространстве нету этой организации, поэтому мы должны организовываться сами.